Следствие просит на 2 месяца арестовать сотрудника эксплуатирующей компании, который должен был следить за состоянием лифтов в жилом комплексе «Алые паруса». Накануне там из-за разлома кабины погибла 36-летняя женщина. По подозрению в совершении указанного преступления задержан электромеханик Алексей Белоусов, являющийся сотрудником компании «Лифтгарант», который незадолго до трагедии выполнял работы по техническому обслуживанию лифта и лифтового оборудования. Кроме того, следствие изучает техническую документацию, технические регламенты с целью проверки руководства компании-подрядчика на причастность к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности». Ростехнадзор проводит внеплановую проверку в компаниях, отвечающих за эксплуатацию оборудования в элитном жилом комплексе.